Марина Казимова – мастер своего дела. Ей не нужно ходить в магазин, чтобы купить шампунь, крем и мыло. Все это она создает сама. Вот уже несколько лет девушка не просто увлекается производством косметических средств, а занимается этим профессионально. Но как же все начиналось? Однажды Марина задумалась над качеством питания и стала изучать состав продуктов в магазинах. Также ее заинтересовало качество косметики, но ничего натурального в магазинах она не нашла. Остался один выход – готовить все самой. Рецепты как-то так вот, ну, стекаются, то есть это и литература, это и интернет, это бабушки наши вспоминают какие-то свои рецепты. Вот, допустим, натуральное мыло – это старинная аптекарская рецептура приготовления мыла, то есть это не из синтетических компонентов, это только натуральные компоненты. Сначала косметику дарила подругам, а те стали делиться со своими друзьями. Со временем сеть разрослась. Теперь ценители натуральной косметики около 1000 человек. Ассортимент очень богатый. Мыло для кожи, хозяйственное, крема, скрабы, маски, шампуни, духи, бальзамы для губ и многое другое. Рецептом одного из средств Марина поделилась с нашими телезрителями. Сейчас мы будем готовить массажные плиточки. Массажные плиточки, они очень полезны для кожи. То есть это будет такой процесс, который понравится и тому, кто делает массаж, и тому, кому непосредственно делают массаж. Сначала мастерица берет пчелиный воск. Специальные весы помогают отмерить точные граммы. Чтобы воск быстрее расплавился, его предварительно нужно натереть. Кстати, девушка косметику готовит с учетом лунного календаря и только в хорошем настроении. Сейчас мы добавим масло какао 40 грамм. Масло какао особенно подходит для сухой кожи. Оно сделает кожу очень мягкой. Смесь снова на водяную баню. После того, как она растаяла, добавляем масло ши и масло кокоса. На этом процесс не заканчивается. Дальше идут базовые масла. Масло жожоба – это жидкий воск, и оно считается одной из самых ценнейших масел, которое делает с кожей просто чудеса. Дальше масло виноградной косточки и масло облепихи. Последний этап – это эфирные масла. Они усиливают проводимость масел в кожу. Жасмин, иланг-иланг, пачули, шалфей. Осталось все смешать и добавить формочки. Все это отправляется в морозильник на 15-20 минут. Массажные плиточки готовы к применению, и мы можем ими доставить удовольствие себе и своим любимым. Марина Казимова входит в союз мастеров «Сделано с любовью». Считает, что жить нужно радостно и целостно. Для этого стоит заниматься любимым делом, которое приносит пользу не только себе, но и окружающим. Алина Ахметова, Ренат Харасов, Новости НТР.